Трое отродья! Thank you.
несколько месяцев хватит. Thank you.
Luis work the Pizogan wheel. Если узнаю, пощады не жди. Ah!
сдохни! Huh?
существа! Я хочу получить то же самое, только маленькое и милое. Астара даст мне ребенка. В этом камне нет магии. К тому же, там волки, большие, с клыками. Я пойду туда, и ты меня не остановишь. Из-за чего ссора? Из-за того, что мой муж трусливее мыши. Я лишь хочу завести ребенка. Не знаю, как я могу с этим помочь. Есть один камень. Место великой силы. Говорят, женщина, что проведет там ночь, забеременеет. От камня? От силы плодородия, что в нем заключена. Я хочу ее испытать. Ты защитишь меня в пути? У всех женщин, что приходили к камню, потом рождался ребенок. Это чудо. Но оно ведь не христианское. Легенда гласит, что Астара, богиня весны, на этом самом месте превратила птицу в зайца, а тот отложил цветные яйца для ее праздника. Это место силы. Птица стала зайцем, тот отложил яйца? Чудно, но наши саги чуднее. Мы пришли. Отойди в сторону, я сам управлюсь. Да, мой дурак оказался прав. Волки здесь злющие. Спасибо, ты спас мне жизнь. Вот оно, это место. Ах!
Астара, даруй мне свое благословение. Дай мне то, чего я так желаю, дитя. Остара исполнит твое желание. Нужно лишь провести обряд. Вам обоим нужна помощь. Эта женщина пришла, чтобы вобрать силу камня плодородия. Вперед, все будут довольны. Сколько бы времени и моих сил не понадобилось, я готова. Здесь были исполнены желания многих женщин. Да, о да! Почувствуй силу богини! Да, о да! Здесь было много женщин. Богини, вбери ее всю! Но ее так... много! Да, о да! Да, 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 да! Да, да сколько же детей здесь зачали? Почувствуй силу. Я так тебе рад. Я так тебе рад. Да, да. Да, нас только двое. Только двое. И богиня. И богиня, конечно, конечно, богиня. Остара. Остара, да, да. 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 Вот, да. Да. Вот. О, да. О. О, да. Я чувствую. Да. Да. О! О! О, я счастлива. Я счастлива. О, да. О, да. Да, да, да. Да. Здесь мне точно не рады. Настоящий друг. Спасибо.
Вход в гробницу открыт. Кажется, она стала кому-то домом. Ты безумец! Я выиграл 99! И все из-за мести. Покойся с миром. Вот, значит, где этот монах вершил свою ужасную месть.
жертвы монаха. Больше он не убьет ни одного норвежца. Хорошо. Thank you.
ты там ребенок? Голос доносится из той пещеры. Подожди там, я тебе помогу. О, спасибо, спасибо. Я думала, я дома умру. Я даю себе полезные советы, но так редко им следую. Тебе больно? Держись, я понесу тебя. Охотилась на кролика? Охотилась? Нет. Он куда-то ужасно спешил. И я хотела узнать, куда. Осторожнее, девочка. Любопытство может завести куда угодно. Прощай. Мы духи этого болота. Нет! 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 Мы духи этого болота. Оставь здесь все, что у тебя есть, или заплутаешь навеки. Духи? Это мы еще посмотрим. Thank you.
Парни, нас нашли. Не дергайтесь, ладно? А вот и загадочные духи. Значит, вы тут пугаете путников, чтобы те сами отдавали вам ценности? Верно. Мы люди мирные. И мухи не обидим. Вы просто грабители. Лишь поневоле. Мы трое остались без крова и хлеба, когда твои сородичи сожгли нашу деревню. Выкручиваемся, как умеем, чтобы не помереть с голоду. Но раз ты знаешь наш секрет, можешь помочь? Помочь? Дать пару советов. Что нам пригодится? Как лучше уподобиться духам? Почему бы вам не повесить куклы из костей? Любой испугается, увидев такое в тумане. Хорошая мысль. Так и поступим. Вот, ты заслуживаешь награду за помощь. Спасибо. Ну, кто умеет делать куклы из костей? Может, сплетем из прутьев? От костей мне не по себе. Это нам и нужно, дурак! Соломы. Вот и пришел конец бедному безумцу.
Рад встрече. Сведения? Тебе нужны сведения? И насчет оплаты. Ладно. Покажи свою карту. Есть одно место здесь. Чувствую прилив сил. Фризия ценит вас, язычники. Как и вы, все мы пытаемся достичь совершенства древних. Язычники? В язычестве истина.
Копье! Эти земли прокляты троллями.